Таким стал этот четверг. Далее полезная информация, а я на сегодня прощаюсь. Молочная продукция, мясо, колбасы премиум-сегмента, а также продукты для вегетарианцев и здорового питания. Это суджук, говядина. Это козылы, конина. В Чебоксарах открылся магазин вкусной и полезной еды «Вкусвилл». Мне понравилось все. Вот. Я в этом магазине уже не первый раз, потому что я бываю периодически в Москве и постоянно хожу в этот магазин. Мне очень нравится. Здесь еда очень, натуральная, вкусная, полезная. Вся продукция магазина проходит 3 степени контроля качества. Сначала на самом производстве, потом технологи сети магазина «Вкусвилл» и в распределительном центре. Главная наша цель – это обеспечить покупателей здоровыми продуктами для здорового питания всех категорий. Вот в наших продуктах не содержится гормонов роста, консервантов, красителей, пальмового масла. «Вкусвилл» сотрудничает с отечественными небольшими производствами. Отсюда отменное качество и доступные цены. Видела, думаю, как хорошо, что о здоровом питании люди забеспокоились и вообще магазин даже открыли. Я взяла ассорти рыбы копченые холодного копчения, взяла селедку, взяла скумбрию, мед натуральный, липовый. Без обмана же магазин здорового питания. Блюда и десерты из молока с полезными добавками. Сыры разных сортов, рыба и морепродукты. Здесь есть все необходимое для самого требовательного покупателя. Магазин «Вкусвилл» находится в центре города Чебоксары на проспекте Ленина, 21.